Более 4,5 миллиардов тенге задолжали алматинцы в налоговые органы. Специалисты отмечают, что число неплательщиков с каждым годом растет. С целью усиления контроля за налоговыми выплатами проводятся профилактические и рейдовые мероприятия. Сегодня частные и судебные исполнители совместно с полицейскими выявляли незаплативших транспортный налог автовладельцев прямо на дорогах. Машины злостных должников выдворяли на штрафстоянку. С начала проверок с 70 с лишним водителей удалось взыскать свыше 30 миллионов тенге. Совместно с департаментом полиции города Алматы, департаментом государственных доходов и региональной палатой частных судебных исполнителей проводятся оперативные мероприятия. Борышкер, задержаны более 100 автомашин, из них более 70 человек долги погасили, ну, примерно около 40 миллионов тенге, а также более 20 автомашин подварены на штрафстоянке города Алматы. Автомобили должников, у которых имеется постановление частных судебных исполнителей, выявляются с помощью камер Сергека и выдворяются на штрафстоянку до полного погашения задолженности. Отмечу, что последний срок уплаты налога на транспорт прошел 1 апреля. Во избежание нежелательных последствий и лишних затрат специалисты рекомендуют своевременно делать выплаты. Возникновение налоговых обязательств, то есть налоговой задолженности на автотранспортные средства по физическим лицам, нами, согласно налогового кодекса, выставляется уведомление в адрес налогоплательщика. По истечении определенного срока, согласно налогового законодательства, направляется приказ о взыскании налоговой задолженности в случае неуплаты. Плательщик не отвечает на требования налогового законодательства. Нами передается в электронном виде приказ частным судебным исполнителям о принудительном взыскании.